Здравствуйте, Игры Разума снова приветствуют вас. И с вами я. Это я. Я продолжаю играть в этот прекрасный уровень. Финал 5. О, мужик на коляске, на тележке, на вагонетке, на собачьей пряжке. Поехали. Значит, новость такая. Оу. У меня застряла башка. Отличное начало, мужик. По-моему, этот характер точно не подходит. Change character. Yeah. Let's play Black Kubel. Черный. В общем, издатели Final Fantasy выпускают версию для OS. iOS, извините. И Android. Игра будет называться Final Fantasy... Арджиго, или что-то типа того. В общем, игра будет бесплатная, вот это плюс, мои хорошие, да? Я, конечно, не знал, какие были предыдущие версии Final Fantasy, но, походу, здесь будет один и тот же сюжет. Закольцованный, знаете, после прохождения каждого следующего уровня... Будет тот же уровень, но с изменениями, внесенными предыдущими вашими действиями. И так будет развиваться дальше и дальше. Весьма интересный ход, я думаю. Нетривиальный. Final Fantasy — это финальная фантазия для кролика с крокодилом и... Спида! Я был как спайдер-гонщик, или... Это вот что от меня полетело? Это его душа? Это его сердце? Будь своим сердцем един и помазан ка господин. Рестарт левел. О, мне понравился этот парень, что сказать, он бронеубойный почти. О, вот тебе и перехвалил мужичка, боровичка, давай. Где мое сердце? Где мое сердце? Find your heart, Симба. Думаю, другой характер. Так. Хоу-хоу-хоу! Пошли, мои садомазы, ребятки! Воу! Подарков вам тучу! Хоу-хоу-хоу! Хоу-хоу-хоу! Чока-чока-чока-чока! Что он делает руками, а? Что же он делает руками? О! О, мы едем. Так, мы застряли. У меня сейчас все получится. Я принесу подарочки детишкам. Нет, я застрял. Нет, принесу. А, это был финал! Это был финиш. Я близок к успеху. Хоу-хоу-хоу, садомаза детишки. Поехали снова. Внесем подарочков. О, у меня голова она. О, а я продолжаю делать эти забавные движения руками. Ши-ши-ши-ши. У кого-нибудь есть? Вазелин? Мазь? Нет? Ладно. Нет? Ладно. О, это работает, реально помогает. Ну, в общем, Final Fantasy, думаю, стоит поиграть. Особенно это будет бесплатно, но, знаете, это... Victory! И пусть я фарш, зато я Victory. Я бы поиграл, знаете, она бесплатная. За счет чего буду зарабатывать, ребята? За счет потом рекламы, дополнительных уровней, зацикленных очень интересным сюжетом. Какие же они молодцы, маркетинговые... компании. Выпускаю сначала бесплатное, а платное за бабушки. За бабушки The Park Adventure. Парк приключений. О, для Табаскоса. Это специальный уровень для Табаскоса. Я не Табаскос, зато люблю поиграть на велосипедике, покататься по парку. У-ху! У-ху! Папа с детишками, так мило. Ой, знаете... Знаете, мне так понравился этот уровень, что я готов... Ехать и ехать. Ехать и ехать. Ехать и ехать. Папа, у нас все получится. Да, купим себе бутербродиков. И приедем к финишу. С толстым пузиком. Отличный уровень. Отличный. Называется уровень антистресс. Антистресс. Какой-то боевой забег.
Пускай бежит себе волна, погоняя сверху небо. Папа, круто! Я поймаю эту бутылку, сынок. Ладно. Так, ты видел, как Табаскуса в клипе там, это он на заднем колесе ехал? Ну, немножко мы не доехали. Много детей страдают в Камбодже от голода и холода, но мы разобьем эти бутылки. Радуга. Радуга. Final Fantasy. Это было круто. Это было круто, реально. На заднем колесе. Да, папа. На заднем колесе у тебя все получится. Получится. У нас все получится. Значит, если у вас Android OS, Final Fantasy можно играть, думаю. Будет затягивать. Будете платить бабки за наркотики. It smells like the spirit. Я еще. Баночку вина, моншеньер. Сын, ты в порядке? Да. I'm okay, father. Please. Пожалуйста, давай. Едь нормально. Поехал, задрался колесом. О, сын полетел вперед. Может, ты закончишь мой уровень, да? О, нетривиальный ход. Я не играл в Fantasy Fantasy. Вообще не играл. Но если вы играли и вам прет, то... Качайте. Качайтесь и распаковывайтесь. Велосипедик в дорогу меня позвал. Я морду свою расплющил и в лес полетел. От ветра защищает бутылки на... Это же я вообще деревянный. Ури. So successful, man. Yes, вы... Без сына, но я это сделал. Мне нравится. Правда нравится? Что ж ты скажешь? Ничего не скажешь. Спасибо. Это было бутылочный забег номер 3. Никакая не битва. 1% возможности. Наверное, нас сейчас там будут плющить сразу. Так, что это такое? О, поехали. Никак это. Наверное, нужно оторвать себе руки, чтобы закончить этот... О, нормально. Не нравится. Я не любитель таких вот засад, авторазахат, шаман Бахаман. Папа, сын, поехали за мороженым. Yes, thunder, thunder. Мы полетели. Стрелочка показывает, куда в путь дорогу. Дорогу дальнюю. Lance Tommy to cracking control when press K. If you are dead, now you can do without Timmy. Тимми. О, С. Тимми. I'm so happy when you're alone. О, я еду без Тимми. Пока, Тимми. A fire in my mind. О, какое позитивное начало. Начало позитивное. Разбубекали бубаки из бубаки до бубаки. Мы поехали на чайник и по чайнику гопчайник. Жил-то был и выпер сизель. Сизель-изель-бизель-мизель. Кизель-казель. Ахтур-шмахтер. Рабу-джеггер-абу-джактор. Кто повторит? Тому я, наверное, 50 рублей перечислю. Ну, еще нужно подписаться на канал, рассказать всем друзьям.
О, бля-бля-бля-бля! В облака. О, я жив. Где Тимми? Тимми летит где-то там. У-у-у-у. О, теперь и моя голова за ним. Тимми, ты мой папа. Папа, ты мой Тимми. Тимми, ты мой папа. У-у-у, джиба. У-у-у, джиба. О, мы совсем быстро. У-у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 -
И, конечно же, супер фраза в конце. Подписался на канал. Джихад в гости к себе позвал. Пока!